Друзья, всем привет! Ну вот, выбрался на рыбалочку. 1 февраля сегодня выбрался, чтобы закрепить свой успех, который был у меня на прошлой рыбалке. Выставил жерлички практически по тем же местам. И сегодня посмотрим, как рыбка будет клевать. Погодка сегодня великолепная для рыбалки. Минус один, легкий ветерок дует. Жерлички я уже выставил. И будем ждать поклевок. Ну что, погнали? Ну вот, ребят, поклевочка у нас. Хотя прошло уже около часа, наверное, после того, как я жерлички выставил. Идем смотреть, кто у нас там. Никто не крутит, ребят, никто не крутит. Ну что, подождем. Жду уже около 2 минут. Так, никто и не крутанул. Наверное, мелочевка. Будем смотреть, кто у нас тут балуется. О, сегодня даже лунки прихватывает. Никого, ребят, живец на месте. Все хорошо. Все у нас хорошо. Даже что-то... А, не, чуть-чуть. Чуть-чуть коцнуло за хвост. Ну ладно, заряжаем по новой. И будем смотреть дальше, что у нас будет. Ребят, вторая поклевочка за сегодня. И у нас практически полная размотка. Будем смотреть, кто здесь хулиганил. А, перехлест, ребят. Перехлестнулась. Никого нету. Ё-моё. Такая надежда была. Никого. Живец на месте. А, нет, есть рыба, ребят. Есть. Есть рыба. Ребята, и рыба неплохая. Опа! Щука. Ребят, щука. Вот так, давненько я щук не ловил. Вот такая вот красоточка. Такая красотка, ребят. Ну, в районе килограмма. Отличная щука. Вот такая вот щука.
Ну что ж, начало положено. Замечательно. Но ехали мы сюда за судаком. Ну, пускай будет щука. Давно щук не ловил. Ну вот, ребята, отцепили щучку. Будем наживлять. По новой. Перехлестнуло. Видать, сильно мотало. И перехлестнуло леску вокруг дужки. От катушки. Но она почти все вымотала, ребят. Будем сматывать. И заряжать по новой. Вымотала почти 35 метров лески. Такая вот щукенция у нас. Как делать жерлицы, я отставлю вам в верхнем углу подсказочку. Перейдете, посмотрите. Так. Смотали. Что у нас тут с поводком? Ребята, она даже флюр. У меня стоит флюр 0,37. Она даже флюр нигде не коснула. Представляете? Вот так вот. Так, что, делаем опять промер глубины. Так, и пару оборотов от дна поднимаем. Так, отцепляем грузило. Ловим живчика, зарядим окунька, ребят. И отправляем живчика на работу. Надеемся, принесет нам крупную рыбу. Хочется повторить успех прошлой рыбалки. Прошлая рыбалка выдалась, конечно, трофейная. Ну вот. Жерличка заряжена. Ждем поклевок. Ребят, взял сегодня весы с собой. Сейчас завесим нашу щучку. Сколько она зависнет. Так, сейчас весы обнулятся.
Ребят, кило 375. Ну что, достойная щука. Самая на жареху. Первая рыбка есть. Ждем второй. Ребят, очередная поклевочка. Но никто не крутит, не мотает. Через одну жерлицу еще флажочек у нас горит. Ну, будем смотреть, что здесь у нас. Здесь у нас никого. Живчик на месте. Так что... Ух, как живца потрепали. Капитально. Кто-то злой у нас. Так, ладно, заряжаем по новой и идем смотреть следующую жерлицу. Так, ребят, пришли следующие сработочки. Но тут тоже что-то никто не крутит. Будем смотреть. Тоже никого нет. Живец на месте. Мелочь балуется, значит. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Вот только посмотрите, что сделали с плотвичкой. Покусали ее капитально. Так, ну что, будем заряжать по новой и ждать поклевочки. Пока нету поклевок, решил бахнуть чайку. Чё-то сегодня, ребят, как-то грустно. Несколько пустых поклевок и одна щучка пойманная. Как-то так. Но еще не вечер. Посмотрим, что будет после обеда. Ребята, у нас очередная поклевочка. Подразмотана у нас. Хорошо. Когда я подошел, крутило так неплохо. Сейчас будем смотреть, кто у нас тут подкручивал так. Есть рыба. Есть рыбка. Ребят, кто-то неплохой. Кто-то там у нас неплохой такой бьется. Угу. Опа. Вот он, ребят. Вот он, кого мы ждали. Наконец-то. Наконец-то. Неплохой такой экземплярчик. Мне кажется, побольше килограмма.
Такой, сударь. Ой, как закроил. Наверное, крючок в жабры попал. Вот такой вот, ребят. Отличный сударь. Долго мы его ждали. Так, ребят, сейчас завесим нашего сударя. Че он у нас, сколько зависнет. Так, все, весы обнулились. Ребят, ровно килограмм. 1,005 кг. Вот так вот угадал я вес. Зачетный вполне судак. Пойдет. Но клев, конечно, сегодня не такой, как еще был в прошлый раз. Очень мало поклевок, даже холостых нету. Ну что ж, ловим дальше. Ребят, очередная поклевочка. Бежим смотреть. Первый раз за день на мелике сработало. Все поклевки до этого были на свале. То есть опять я расставился, как и в прошлом видео, часть желез по свалу, часть жерлиц на меляк. Ну что-то тут никого не крутит и не вертит. Ладно, будем смотреть, кто у нас там. Что-то походу совсем не размотал. Наверное, ударил, как обычно, и бросил. Ну, сейчас посмотрим. Да, ударил и даже сбил живца. Нету живца, да, ребят. Вот так. Ладненько. Насаживаем и ловим дальше. Так, ребят, идем к очередной сработочке. Это вторая поклевочка на мелечке. Ну что-то тоже нифига. Смотрите-ка, как дернул перехлест. Перехлестнул, ребят. Перехлестнул резку. Видать, поклевочка такая была нехилая. Да, смотрите-ка, катушка тут крутилась со скоростью света. Так, сейчас петельки скинем, посмотрим, вдруг начнет мотать. Не знаю, ребят, что-то не мотает. Может быть, и ушел. Так, будем утягивать. Что-то никого.
никого нет, ребят. Размотано. Хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой, что он сделал с нашей плотвичкой? Плотвичка маленькая. Да. Трепал хорошо. Так, заменим. Заменим живчика. Отпустим. Промерим глубину, как обычно. И будем заряжать по новой. Так, ребят, бежим. Еще с работочкой прям на глазах. Ну что-то тоже нифига. Крутило, видать, тоже хорошо. Крутило, видать, хорошо тоже петелек оставляла. Ну, кто у нас здесь? Есть рыба. Есть, ребят. Но кто-то небольшой. Небольшой. Хотя. Не, ребят. Фу. Отличный судак. Ой. Тоже в районе килограмма. Отлично. Хороший такой сударь. Ну вот, к вечеру. К вечеру расклевалась тихо ты. Вот гад какой. Не дается в руки. Такой, ребят. Отличный. Отличный. Тоже около килограмма. Так, ну что, зачет. Пойдем жерличку. Ту запустим, я даже не успел ее запустить. И пройдем разбираться с этой. Так, ну что, ребят, зависимо этого судачка. Сейчас АСы обнулились. Сколько он у нас зависнет? Я думаю, что тоже килограмм. Так. Ребят, 1,60 кг, даже побольше, чем тот предыдущий. Ну вот, третья рыбинка у нас. Ловим дальше. Ну что, ребят, очередной рыболовный день подходит к концу. Рыбалочка состоялась. Поймано 3 рыбки, как и в прошлую рыбалку. Но только что в прошлую рыбалку рыба была трофейная. Ну а сегодня 2 судачка по килограмму и щучка 1,400 кг. Такой вот закат у нас. И сейчас будем собирать жерлички. Вот такой вот ловчик у нас. 2 судачка по килограммчику. И щучка 1,400 кг. Ну и как обычно,
подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока!